Він довгий час там пролежав, визвали десь скору помощь по документах 14.07, а він там більше 3 годин пролежав на асфальті, поки його. Потім помістили в морг як неопізнаного, його картки були, я мене в сумці картки. A lot of people will, if I'm biking in the street and their car's there, they'll open the door, open their car doors, so you have to go around. Or they don't see bicycles, they aren't aware of bikers. So sometimes cars almost hit me. Нас практически водители не замечают на дорогах, вот как есть такой трагический пример. И мы просто хотим, чтобы это прекратилось, чтобы водители действительно начали замечать нас на дорогах, понимать, что мы тоже люди, и понимать, что если сбить такую маленькую фигурку, практически незаметную на дороге, то в итоге можно получить себе очень большие неприятности.